Но для некоторых из вас будет тяжело, потому что голова не привыкла быть в выпрямленном положении. И поэтому многие, даже когда спят, подкладывают под голову маленькую подушечку. Что мы с вами сейчас и сделаем. Сейчас мы с вами сделаем так, чтобы лежать стало еще удобнее. Мы возьмем вот такую подушечку. Сядем, слегка расслабимся, а затем подушечку подложим под голову. Вот. Голове становится еще легче. Но некоторым удобно будет и без этой подушки. Суть этой гимнастики, суть оздоровления позвоночника заключается в том, что не важно упражнение, не важен наклон, важно, чтобы вам от того, что вы лежите, становится легче и приятнее. Вы начинаете отдыхать.